우리 어디 가는 거야? 앵무새 카페. 버드 카페. 버드 카페. Мы едем в какое-то кафе с этими, с попугаями. Перед тем, как поехать в кафе попугаев, господи, я даже не знаю, как назвать-то, птичье кафе, попугайное кафе, кафе попугаев, мы вот, короче, заехали поесть. Софья у нас, как всегда, колхозница в цветочных бабушкиных штанах. Я в своей жизни такой пофигистки не встречала. Ей настолько пофиг на все. Вау! Ух ты! Ух ты! Национальная традиционная корейская кухня. Мяся. Вот так выглядит меню. Очень много всего. В традиционной корейской кухне на первое всегда принято есть чук. Это горячий такой супчик из риса, такая каша жидкая на мясном бульоне. Но это не на мясном, это на кедровом орехе. Из кедрового ореха чук. И он способствует пищеварению. И перед тем, как приступить к еде, корейцы вот так вот едят чук вот этот вот. Да, принесли еще сырую рыбу, твердый тофу. Это вот блюдо вы уже видели. Это такое желе из желудей. Здесь морские водоросли. Это чапте. Тоже такое корейское блюдо. Прозрачная вот эта лапша, как она называется, фунчоза или как она называется. Вот. Кимчи из редьки. Это вот острое кимчи из редьки, а это не острое, белое кимчи из редьки с этим, с рассолом. Да, это вот кабачок зажаренный с яйцом там бананом. Это баклажаны. Баклажаны. Это рыба. Рыба. Это какая-то ботва с тофу, с соусом из тофу, в общем. Она и взяла, макнула в соевый соус. Ангелинка не ест соевый соус. А просто туфу она ест, обожает, любит туфу. И это ребенок, который 5 минут назад орал, что он не голодный, застрелится, но есть не будет. И сейчас она говорит, что она все здесь ест. Это бумага сестра. Чизму, ее зёйка. Чё-чё не могу, чё-чё. Тут истерила, валялась нам по полу, каталась. Не буду есть, не буду. Аппетит приходит во время еды. Ангелина любит чапте. Любит тофу. В общем, все, что в корейской кухне не острое, она все любит. Острое не ест вообще, но это только пока. Вы спросите, наверное, есть что-то такое в корейских панчанах, что я вообще не могу есть. Ни под каким условием. Сейчас я вам покажу, что я не ем никогда. Обычный вот такой салат. Я не понимаю, как можно вот это есть. Я понимаю, еще в него, если заворачивать кусочки мяса, когда вы барбекю жарите, и есть таким образом. Во всех остальных случаях я никогда это не ем. Мне нравятся уже какие-то сферментированные, что ли, какие-то подсушенные, какие-то приготовленные вот такие овощи, панчаны. Просто свежий салат. Я никогда не ем. А муж ест. Софья тоже не ест. И Ангелина не ест. Никто не ест. Нам принесли еще пусам. Пусам — это такое мясо, свинина,
вываренное в соевом соусе. Очень вкусное. А это? Джонгбук. Это гребешок. Какое-то блюдо из гребешка. Блюдо все подносят. Аня. Это самое любимое Софьино блюдо кандзян кейджан. Суп туньчжан принесли нам настоящий, такой наваристый, крутой-крутой. И рис. Рис. Этот запах божественный. Пахнет, как вот объяснить можно? Пахнет дровами, баней. Баня. И вот представьте себе вот этот запах. И еще кучу панчанов принесли. Мамочки, как же мы все это съедим. И вот там могут все сельканцы. Но у мамы, да? А папа, смотри, кеса. Мама, смотри. Да, маленькие, тут маленькие крабики маринованные. Да, и вот это самое любимое Софьино блюдо. Это в соевом соусе замаринованные свежие живые крабы. Ну, как живые, то бишь они, да, они не вареные, ничего, просто замаринованные. И она за это блюдо просто душу. Душу продаст. А, друзья, это тушеное. Так, сейчас только перевела кодено. Как переводится на русский? И забыла уже. Кодено. Скумбрия. Давай, показывай, как это едят. Ага.이거 두 개만 끊으시죠. 먹어보도록 하겠습니다. 이제 맛있겠지? 네. 이 맛이야. 조금 짜고 안에 살. 부드럽게 슈. 슈랄라. Когда все наелись. Не знаю, как мы сейчас поедем в кафе попугаев, сами как попугаи. Настолько объелись, что кое-как соскребли себя с пола. И да. Привет, Харубан! Пока, Харубан! На улице прям весна-весна, я не знаю, сколько сейчас градусов, но жара нереальная. Ну, в смысле, в пуховике, конечно, жара. Так, сейчас посмотрю, сколько градусов. Плюс 7, но такое яркое солнце, что просто плавишься на этом солнце. Так, приземлились мы у кафе у этого. И что-то непонятно, что здесь, по-моему, просто кафе. Ни на что не похоже. Есть там птички, нет? Йоги маджа? Все умные, да? О! Так, здесь, короче, все вместе. И ресторан, и кафе. Система в кафе такая, что за вход вы ничего не платите, но должны на одного человека купить по одному напитку. Цены вот такие, это примерно 6-6,5 долларов стоит один напиток. Фоксун айс. Ой, как тут шумно, птицы орут, дети орут, куча народу, как всегда. Вот такой корм нам дали.
смотрите, здесь... Ва! У Ангелины себе выбрала лимонад с динозаврами. Здесь, смотрите, кедровые орешки, семечки и какая-то фигня еще. Че весло? Ага. Ангелина, ну анга? Ангелине главное мороженое поесть. Они уже закормленные, бедные птицы. Привет! Аннём! Аннём! Ой, боже мой! Ангелина, ты разденься, жарко. Здесь прям тропики настоящие, жара такая. Кушает птичка, да? Там кто-то матерится благим матом. Какую-то птицу там достали. Трусиха такая, я не могу. Кайфует. Чего? Да я знаю, у нас был попугай в детстве. Ой, какой мягкий. 친구 이름은 사랑인거라는 샌데요. 만지실 때 가슴 속에 손 대시면 이렇게 올라와요. 와. 저희가 주말이라 가지고 이용 시간이 제한돼 있고 2시간 제한돼 있거든요. 그래서 저거 드렸어요. 네. 테이블에서만 조심해서 만져주세요. 네. 감사합니다. Thank you.
продается все для попугаев. Очень много всякой разной продукции. Я даже не знала, что для попугаев столько всего есть. Классно. И вот такие домики. Игровые комнаты для попугаев. Да, там продают попугаев, да? Коги панме. Там продают попугаев. Ой, какой красный. Красивый. Смотрите, какой цвет. Его купили, наверное. А я снимаю. Чинедель Мархамсиса. Аньон. 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 В Корее, если вы открыли что-то новое и интересное, у вас всегда будет вот такой аншлаг. Это круто для предпринимателей. Но после этого еще главное выжить. В мире конкуренция огромная в Корее. Нам принесли напитки. У меня горячая американо. У Софьи холодный чай. И в таких вот термосах, стаканчики термоса с названием, с логотипом этого кафе. И видите, птичка здесь у них. То есть о мелочах тоже задумались. Анджелина, в евро. А? В евро. В евро. В евро, Марина. В евро, Марина. Отуке? 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 Я, сега чананкам аня. Чананкам аня. Тон чуа дэ, тонду чуа дэ. Паме шикропко, чамду моча. Чамду моча. Отуке? Отуке? Кенчантаго. Кенчантаго? Чам анчадо кенчантаго? Оманэн ан кенчантанэнде? Сэн киюнэн гохэн? Та шикро ада кенчантаго. Нанэн ан кенчана. То ва, пого шипл тэ. А, то ва.